Ребятки, всем привет! Сегодня поговорим про постановку, про амбушюр. Сразу же давайте сделаю объявление. Встретимся в телеграм-канале SexChatik, там много полезной информации. Значит, предыстория. Я обучался на саксофоне у педагога по кларнету. Я думаю, и он обучался у педагогов по кларнету, и все почему-то в России, да, наверное, в странах СНГ изучали саксофон педагогов по кларнету. И в этом наша большая проблема, честно говоря. Потому что на выходе мы имеем кларнетовую постановку, кларнетовый звук, а мы вроде на саксофоне играем. Ну, в общем, да. И как бы потом у нас идут годы для того, чтобы у нас звучал саксофон, а не кларнет. В общем, я пересмотрел тонны информации, статьи, пособия, YouTube. Сразу вам скажу большой секрет, что не надо смотреть русских ютуберов. Кстати, получается, я тоже русский ютубер. Но я вам говорю те моменты, про которые я узнал из зарубежного ютуба. Потому что русские ютуберы, они практически все говорят про кларнетовую постановку. Я, слава богу, наткнулся на Джо Алларда. На Джо Алларда, на его учеников, на много кого. И, значит, давайте перейдем к сути, да? Кларнетовая постановка – это что-то такое, бородок прямой, все время вот это следить. По Джо Алларду это все неправильно. Самая главная цель, чтобы у нас был хороший звук, чтобы трость вибрировала, чтобы мы ее как можно меньше вообще зажимали. Если она вибрирует, то она дает хороший звук. Если она плохо вибрирует, то она дает плохой звук. Вот самый главный принцип. И как вы видите, мы можем ее зажимать нижней губой снизу, уголками губ по бокам. И когда сверху губой давим, у нас опять же образуется какое-то кольцо, которое в итоге не дает хорошо вибрировать трость. Значит, как от этого отходить? Верхнюю губу я показывал. Зубки наружу. Не буду на этом останавливаться. Уголки губ. Значит, уголки губ. Джо Аллард это показывал на кларнете. Это также работает на саксофоне. Значит, ему кто-то подсказал, что... это, я не знаю, какие 20-е, 30-е годы. Чтобы уголки губ... не смыкались, не мешали вибрации трости. Попробуй. Вот так вот ему говорят. Ну, просто я этим уже давно занимаюсь, у меня разница не так слышна. Вы когда начнете первый раз заниматься, услышите разницу большую. Вверх. Уголки губ и нижняя губа. Что же делать с нижней губой? Самый четкий ответ, в каком положении у нас должна быть губа, она вообще как бы там практически не работает, честно вам скажу. Это буква ВИ. 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 Вот и все, что от нее требуется. Какого-то там колоссального... напряжения, усилия нет. Завертывания на нижние зубы нет. Распускания нет. Ви. Первый момент. Второй момент насчет нижней губы. Очень хорошее сравнение дал Джо Аллард, опять же. Говорит, а что же там нижняя губа? Чего? Как? Говорит, представьте, что нижняя губа это фетр молоточка рояля. То есть молоточек рояля стучит по струне. Фетр, он только лишь глушит это дело. Опять же, чтобы понять, как все это должно звучать, надо все крайности пройти. Если бы мы играли без нижней губы. Отвратительно. Все, что отвратительно, это не музыкально. Все, что не музыкально, это не имеет смысла, да? Поэтому нижняя губа у нас глушит... Наш молоточек это нижние зубы.
И когда мы вот так вот думаем, мне, допустим, это очень хорошо помогло. На букву V губа просто лишь лежит внутренней частью. Там, если подойдете к зеркалу, увидите, где граница губы и остальной внутренней части, так сказать, нашего рта, вы увидите границу. Примерно вот там, V, скажете. V, V. Вот это положение должно быть, и все. Такой момент еще, да? Многие там, когда лезут в альтиссимо, думают про вот это дело, там, что надо где-то там напрячь что-то. Нет, это не так работает. У нас все это работает за счет струи воздуха, куда мы ее посылаем. Поэтому у меня вообще не проблема, допустим. Смотрите, что здесь ничего не будет меняться. Место было такое. Ничего не меняется. Все дело в языке. А вот про язык я вам расскажу уже, наверное, в следующем видео, чтобы это видео не затягивать. Все, всем мира, всем добра. До встречи в телеграм-канале.